В минувшие дни президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил указ о внедрении цифрового рубля в валютную систему страны. А это значит, что теперь у нее будет три формы пользования – наличная, безналичная и цифровая. Для того, чтобы воспользоваться новой валютой и проводить с помощью нее операции, нужно скачать на смартфон специальную платформу, которая, согласно указу президента, стала приложение «Банк России». Отметим, что для сделок с новой валютой имеются следующие три типа счетов – для физических лиц, для юридических и для банков как операторов системы. Для предпринимателей переводы будут проводиться с взысканием в размере 0,3%. Закон вступит в силу 1 августа текущего года.